Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас Ice Cream, да, Ice Cream именно первая часть, вот, короче, спустя 2 года, да, я зашел в первую часть Ice Cream, будем ностальгировать сегодня. Знаете, непривычно видеть такую менюшку, потому что, серьезно, типа, она так изменилась за это время, прям пипец. Кстати, у нас обучение даже тут осталось. Эй, смотри, спереди. Теперь посмотри на окно и нажми на кнопку взаимодействия. Тан-тан-тан-тан. Да, это сценка. Помню ее. Это же самая первая сценка мороженчика. Мороженчика первого. Короче, не будем мы на нем зацикливаться. Вообще, здесь джойстик очень удобный, если честно. Я обожаю этот джойстик. Вот почему всем так не нравится этот джойстик? Мне кажется, то, что он самый идеальный из всех. Вот сейчас, мне кажется, не особо удобный джойстик, если честно. Если честно, раньше был намного удобней. Короче, канат берем. У нас тут еще не такое уж и большое прохождение должно быть. Но я не особо помню, если честно, прохождение. Подождите-ка, давайте-ка знаете, что сделаю? Давайте-ка я заберу рогатку, потому что, может быть, мне она понадобится. Чтобы вырубать мороженщика. Да. Да, еще с помощью... Еще была тут рогатка, прям в шоке. Ну, здесь сценка это еще дополнительная была. Как он давно эту песенку не пел? Капец. Прям хочется вернуться на несколько лет назад. Ну, на 2 года назад, точнее. Короче. Сейчас знаете, как сделаем? Где он там? А. А, понимаю. Так, ладно. Эй, в смысле? Я не попадаю все время по башке. Давай, давай. Есть. Все. Теперь все достаточно классно. Так, ну давайте-ка пока что в гараж. Ну что там, как я помню, есть топливо. Так. Ладно. Точнее, может быть топливо. Здесь еще не было крокодила, отсека с крокодилом. Точнее, понятно. Это самая вообще сложная локация по прохождению, ну ладно. Потому что здесь мороженщик прям знатно зажимает. Это что бы... Что это было? Он телепортируется просто-напросто. Он просто телепортировался и храпит, блин, себе. Нормально. Нормально. Канистру берем. Так, а теперь... Хорошо, что он не слышит шаги. Так, и теперь получается так, что... Знаете что, давайте-ка вот так вот сделаем. И в кафетерию. Я хочу в кафетерии посмотреть, что тут. Так, хотя не, давайте-ка, знаете, все-таки на детскую площадку. Быстренько на детскую площадку заскочим. Я хочу сразу несколько действий сделать. В принципе. А, блин, мне... Ай, ладно, пофиг. Мне нужно было бы узнать, кто там сейчас работает в кафетерии. Ну, кто там главный, типа. Или сотрудник. Я не знаю, кто там вообще, в принципе, у нас. Так, ладно. Пока что уйдем с площадки. Фу, блин, опять не туда поехал. Ладно. Не, нам как раз таки сюда и нужно. Нам нужно узнать, кто работник. Кто работник? Кто работник? А походу мороженщик тут опять, да? А, нет. Так еще и нам нужно это масло. Я что-то забыл про масло. Здрасте, мороженщик. Есть! Попал. Впервые, наверное, попал. За всю историю. Нужно выше все время целиться.
Я теперь понял. Знаешь что, мороженщик, иди сюда. Так, сейчас мы с тобой разберемся по факту. Блин, а тут негде прятаться, если что, даже. Энтони. Энтони. Кстати, пропавший охранник. Энтони. А? Так. Детская площадка, все. Вообще, нам бы в гараж. Ой, точнее, на парковку. Нам бы на парковку вообще, в принципе. Ну ладно. Давайте-ка маслом смажем и заберем топливо, чтобы потом на парковке там все сделать. А еще нам же нужен ключ, точно. Так что по факту. Ой. По факту мы не зря на площадке. Ключ где-то тут же. От охраны. Я очень много чего помню вообще в мороженщике первом. Но есть то, чего я не помню. Точнее, что я мог немножко забыть. Как бы, да. Вот. Ой, здрасте. Ладно. Ой, знаешь что? А нет, я так не могу. Подожди. А чего он так не вырубается? Я думал, он так вырубится. Ладно. Иди сюда. Ненавижу. Вот. Почему его там нельзя вырубить? Это немножко странно. Еще старая музыка этого. Его похождения. Точнее, его погони. Так, у нас есть топливо. У нас пока что ничего особо больше нету. Нам нужно сюда положить сначала топливо, точнее канистру. Теперь идем туда. Насколько можно? Я надеюсь, мороженщик за это время не придет сюда. Так. Вот так вот. Ага, фиг мне. А какую я еще комбинацию не пробовал? Вот так вот. Сработало. Теперь ты можешь перейти на другую сторону. Да, помню эту надпись. Опять же. Так, мороженщика пока что нету. Вообще одна из самых легких частей, потому что, серьезно, здесь не так уж и сложно все делать. Я бы мог бы на более сложной сложности попытаться пройти, но не знаю, типа, как-то не очень хочется пока что. Да к тому же, по-моему, как я помню, я проходил на самой сложной сложности. Блин, где рубашечка наша? Походу, она может быть еще же на скамейке. Ага. Офисный ключ. Вот. Вот что нам нужно. Привет, мороженщик, еще раз. Да блин, не надо меня так обманывать, пожалуйста. Да куда? Я его не понимаю. Нормально, блин. Он какой-то слишком умный. Тут. В кавычках. Ну, вообще, тут текстуры, типа, так себе. Мне кажется, сейчас намного лучше текстуры пририсованы. Тут, хотя это максимальная графика в этой части мороженщика. Но в то же время больше лагать стало. Так, а теперь нам нужно на парковку. Энтони, я помню его. Энтони. Или Энтони. Короче, не помню, как там. Точно. Так, нам нужно на второй этаж, как я помню. Сюда вот. Так, где он? Энтони, все. Нет, подожди. Нет, я не смог, боже. Ладно. Ладно, минус один день. О нет, вы были схвачены. О нет. Как это трогательно.
Сейчас самое главное быстренько все сделать. Все, классно. Вот я не понимаю, почему именно в мою сторону пошел. Типа, блин, он что, не мог где-нибудь на первый этаж спуститься, там, я не знаю. Фух, так, ладно. Пока что все классно. Ой. Здрасте, мистер Мороженщик. А я вас не отвлекаю? Ой. Это было плохо. Только не поворачивайся, пожалуйста. Просто иди дальше. И, конечно, он повернется. Офигенно. И опять он повернулся, спасибо. Твою мать, блин. Мороженщик, как всегда. Ну, хотя бы он на втором этаже, а не на первом. Потому что если он будет на первом этаже, если все время ходить. Если бы он все время был на первом этаже, то было бы плохо. Так. Надо бы канистру заполнить. Ой, точнее. Вот эту вот машинку нам. Залить бензином. Так. Ладно, я тебя понял. Ой. Ошибся дверью, прости. Так, ладно. Нам нужно... Боже, я, по-моему, слишком долго прохожу. Нам нужно взять рогатку. По-моему, как я знаю, рогатка здесь. Вот она. Сколько тут патронов? 2 патрона, окей. Одного мороженщика пущу, другой потрачу на машинку. Ой, здрасте. Не, я не буду пускать. Хочу все потратить на машинку. А, нет. На тебе. Приятно, да? Все. Теперь нужно попытаться залить бензина. Нет. Стой. Да почему? Я же тебя обошел. Я пытался тебя обойти. Ну ладно. У нас одна жизнь осталась. Классно. Ну как одна жизнь? В принципе, две, но одна. Ой, я забыл то, что тут же другое нужно. Сейчас он сюда придет. Стоп, раз, чекайте. Ага. Нате. Все, погнали. Дальше проходить. Так, ладно, давайте-ка все-таки закончим парковку. Точнее. Да ты издеваешься нафиг? Ты не мог... Да... Е-бой. А почему? В смысле? Так, ладно. Валю. Иди сюда. А я тебя обойду. Есть. Валим, 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 валим на гелике. Так. Все. В принципе, мы покончили с этим. Так, давайте-ка открываем ворота. И получается, остается только лишь нам взять из кафетерии ножницы. Да и, блин, да как мне с тобой справиться? Ладно. Без проблем. Да, блин, да ты чё, серьезно? Да как так-то? Почему он так низко кидает вещи иногда?
Боже мой, как мне надоел этот мороженщик, если честно. В некоторых планах он меня так бесит. Да ты куда, блин? Да как? В смысле? Я не могу, я просто не могу, блин, его просто взять и вырубить. О, боже. А, ну ладно. Кафетерия, все, поехали. Фух, смог. Вырежу, пожалуй, много всего. Так, ладно, удостоверение. Прикладываем все. Кладовка. Все. Так, теперь нам нужно вниз. Забираем отсюда ключики. И уходим. Да ты издеваешься? Чё он тут делает-то? Есть. От склада кафетерии. Ключ от склада кафетерии. Значит, получается, нам, короче, на парковку нужно. Все. Нам остается совсем чуть-чуть. Как я помню, у нас это должно быть на втором этаже. А нет, на первом. Тихо-тихо-тихо-тихо. А чё он так неудачно спавнится в последнее время? Появляется, точнее. Забираем кусачки. Опять открываем дверь. Мороженщик как-то закрыл нашу дверь. Интересно, как. Короче, забираемся сюда. Поднимаем лестницу. Ой, точнее. Подпираем его, идиота, скажем. И забираем отсюда, наконец-таки, наш ключ от клетки. Все. Надеюсь, то, что мороженщика наверху нету. Меня он не поджидает, вора? Да, но только он тут поджидает меня, если честно. Ну ладно. Ключ от клетки есть, все, конец, да. Все классно, все зашибенски. Нет, я бы с удовольствием бы его бы еще раз вырубил, но в принципе. Ой. Ну да, нам в окрестности просто нужно. Все. Все, нас фургон уехал. Вот и Чарли мы спасли. Эх, старые добрые времена, там, где мы спасали первый раз Чарли. Да. Это, знаете, вспоминаешь это прохождение за Чарли. Точнее, фактически, то, что мы спасаем Чарли. И вспоминаешь новый мороженчик 6, в котором мы за Чарли играем. И плюс еще у Чарли тут особо он даже не разговаривает. Только в сценке начальной. Насколько я помню. Ну и тут мы блендер получаем. Вы завершили игру, что вы думаете? Оставьте свою оценку и свой комментарий. Продолжение следует. Эх. Ну, в общем-то, короче, вот такое-то дело получилось. Ностальгия была, да. Я особо ничего не сказал. Короче, прям очень классно поностальгировать, попроходить заново все. Типа, ну, прикольный старый мороженщик, который, в принципе, больше был интеллектуальным, если честно, мне кажется. Потому что, блин, все-таки как-никак здесь меньше пространства, чтобы убежать от него. Хотя. Ну, короче, факт остается фактом, то, что мороженщик один, это прям ностальгия такая, прям не знаю теперь. 2 года прошло, камон, даже не верится, если честно. Ладно, на этом все. Вот такое видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а оставляйте топовые комментарии. Делитесь с друзьями, также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и на этом все. Всем до встречи и всем пока-пока.